От идеи до продукта. Так звучит девиз прикладной лаборатории «Инжиниринг». На первый взгляд, это скучная деятельность, связанная с проектированием. Отчасти это так, но инжиниринг может быть творческим и увлекательным. Наша основная цель в первую очередь – познакомить детей с инженерным творчеством, чтобы они могли представить, как делаются различные предметы, окружающие их каждый день. Это начиная от пуговицы и заканчивая самолетом, пролетающим над их небом. В рамках нашей мастерской дети могут и сами разработать чертеж детали, потом подготовить управляющую программу и отработать ее на станке с ЧПУ. Станок с числовым программным управлением – это технологическая машина, предназначенная для автоматической обработки заготовки по заданной программе. С целью получения детали с заданными размерами, формой, взаимным расположением и шероховатостью поверхностей. Ввести вручную станку команду переместиться в нулевую точку по оси X, по оси Y. Это будет у нас какая команда? Это будет X0, Y0. Да, Дмитрий Деркач из Воронежа. Ему 15 лет. Мечтает стать врачом, но с удовольствием посещает занятия по инжинирингу, так как считает, что это полезные знания для любого юноши. Я пошел именно сюда, потому что я думаю, что здесь действительно научат всему, что нужно. То есть от идеи до продукта инжиниринг. То есть идея, нужно сначала придумать, что ты будешь делать, затем это проработать, создать программу, все это прописать, затем взять основу, сырье, ну и, соответственно, сделать продукт. Занятия по инжинирингу развивают в ребятах изобретательность, техническую грамотность и аналитический склад ума.